Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Это последняя серия с Карим Драгонборн. Судя по всему, даже если сейчас что-то вылезет новое, то, скорее всего, я уже не обращу на это внимания, просто потому что я хочу уже в Обливион и маленько отдохнуть с Каримом, потому что мы ему в последнее время уделяли очень много времени. Нам пришло письмо. Нам нужно снова идти на Кольбьорн, который находится здесь поблизости. Это наш последний квест. Так, вот он. В принципе, воспользуемся быстрым перемещением и сразу туда. Что у нас? У нас вообще все завершено. То есть все, что могли, мы уже с Алстеем вдоль поперек исходили. С Каримом сходили тоже достаточно хорошо. Выполнили все квесты, которые хотели. И, кроме того, все квесты, которые вылезли по дороге. Они были крайне интересны, но, тем не менее, закончены уже они. Так что пора прощаться с этим миром. Так, где ты? Товарищ. Вот и ты, да. Уйди. Здравствуй. А чё так? Чё, похоже, часть шахтеров на этот раз удалось выжить? Yes, well, the mercenaries did their jobs. Worth every septum. Of course, they might disagree. The dead ones. Теперь наёмники мёртвы. Нормально. What a disaster. I feel like we've done this before. But that just means we're getting good at it. You go make the Draugr dead again, and I'll keep the rest of these Enwas from running off. Ну, хорошо. Я надеюсь, мы последний раз этим занимаемся, потому что сколько уже можно копать-то, елки-палки. Я уж тебе денег вложил столько, что ты можешь безбедно жить до конца дней своих. А Данмеры живут очень долго. Посмотрим. Наемники, значит, нарвались. Ну, вы знаете, какие наемники. Вон мы в Скарим как-то приехали, там наемники Серебряной Руки угрожали шахтерам. На них рыкнули маленько, все, вся стая разбежалась. Похоже, такие же. Ох ты, здрасте, вылез. Так, подожди. Хапнули промеж глаз сразу же. До свидания. Он, смотри, стоит, ждет меня. Давай, 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 давай. Тупой, конечно, да? Я не знаю просто. Но сильный. Все, доволен. Надоело уже скрываться от них. Просто охота порубать всех в клочья. Шахтер, бедный ты, шахтер. Отмычку брать. Почему бы нет-то? У нас же их так мало. Так, еще есть кто? Есть желающий встать? Кого угомонить? Так, ну вот этот самый подъем, где мы в прошлый раз выходили. И вон дама стоит такая. На диете явно. Если по ней посмотреть. Помните, у нас такая подружка была в одном месте? Совершенно с нами не дралась, мы с ней подружились. Но тут по-другому все. Кто где? Ощущение, что он под нами. Так, знаете, я бы лучше предпочел, конечно, пойти понизу. Потому что там я уже более-менее знаю дорогу. А теперь у нас тут, видите, о, тут все изменилось. Я только сейчас заметил. Теперь здесь у нас леса, и по ним можно спуститься. Раскопали довольно серьезно вниз все. Это стена. И там, кстати, черная книга. Ну, как я вижу, это еще не последний раз, когда мы тут, короче, были. Так что это, видимо, не последняя серия.
Не отпускает меня игра и все. Ох, так. Куда мы не попадем? А сюда мы попадем в легкую. Поэтому давайте мы воспользуемся вот этим. И зайдем аж до конца. Нормально так расстояние прошли. Здесь мы были. Иди сюда. Это что такое? Такого я еще не видел. Хорошо. Как скажете. Нормально, что это был шеф. Ну, я так чувствую, нам тут почистить надо. Ой, я не то сделал. Я хотел безжалостно силой его. Ну, давай. А где Доша? Доша осталась позади. Это, кстати, печально. Так, хорошо. Давай. Гигантский драугр. Что-то я таких не припомню. Были такие, нет? Да открой это уже, да? Так, палач это терпимо. Все, одна осталась. Пошел вниз. Оп, упал. Хорошо. На что тут? Головоломка, я посмотрю, да? Или это? Да, шахтеры, наверное, сильно удивились. Когда им пришло тут такое. Шлемак. Я так понимаю, что нам нужно каким-то макаром открыть этот вот приблуду. Но каким, пока непонятно. Странно. Хорошо, пойдем тут посмотрим. Вообще, по-моему, вот эта вот обе двери открывает вон та панель. А, нет, вот смотри. Здесь пока ничего особо. А, нет, смотри, есть что-то. Так, Дармидонт, жди здесь. Ты сейчас убьешься. Пообтесала бока. Так, ну и что? Зачем это было нужно? Да, интересно. Не совсем понимаю, что я тут делаю. А вот, смотри, прям под носом висит.
Так, хорошо, возвращение. Значит, еще где-то там внизу остались ребятки. Потому что пока мы всех не убьем, не закончится. Пойдем искать. Вон там меня интересует. Как с ней быть вообще? Подсказок вроде нет никаких. Блин, интересно же. Не кажется ли у разных панелей разный звук? Такой есть. Вот. А это другой звук. Ну-ка. А нет, теперь. Понятно, это не то. Здесь ничего. Ничего. А жаль. Или я не вижу, по крайней мере. Хорошо, пойдем назад. Видимо, может быть, это откроется чуть позже. Блин, интересно-то как. Ладно, пойдем. Так, у нас с той стороны еще какая-то отвилка, по-моему, была. Но там сейчас, я думаю, никого нет, только подъем наверх. Здесь по-прежнему тупик. Он, наверное, в следующий раз, когда начнут копать, откроется. Ну, что-то я, по крайней мере, ношу. Перчатки отражения. Так. Хорошо, больше ничего нет. Так. Блин, что-то я уже завтыкал. Обереги защищают 20% менее эффективно, но поглощают 50% магии от вражеских заклинаний. Ну, лучше ли это, чем мои чешуйчатые перчатки? Я думаю, отнюдь. У этих защиты 55. И скорость повышается на 13%. Не буду менять ни за что. Кто-то там есть. Ты посмотри. Какой поганец. Дождь, ты иди, пожалуйста, ну. Все, готово. Так, что у нас тут? Понятно, где-то в этой области. Эх, ну что ж такое. Нет, надо повыше. Вот так где-то. Эх, под конец, под самым, смотри. Это сволочь. Да, это что ж ты? Мне интересно, что там просто.
Как-то вот так. Ты япономать, ты посмотри. Ну, эксперт, а ты есть эксперт, что скажешь? Отлично, готово. О! Сколько пакости в одном месте. Фу, мерзость. Ну, больше тут вроде ничего, да? Похоже на то. Изумруд и сундучок с ловушкой. Как там ее? Ну, обезвредил. Молодец. Лубом. 5 золотых. Это несерьезно. Так, ну хорошо, закончено. Сейчас подождем еще дней 5, и я думаю, у нас что-то опять произойдет. Охота посмотреть, во что же это все выльется. Подожди, что это было? Не, все нормально. Ну, как-то так почистили. Наемникам, я чувствую, не понравилось соседство их новое. Ну, вообще, стена ее уже можно потрогать, но где-то там внизу. Блин, дали бы мне лопату, я бы сам выкопал уже. Сколько можно, работают, как, я не знаю, черепахи какие-то. Или сам бы остался, посторожил бы, так нет же, нанимает каких-то неумех. Солнышко жалит. Плохо. Так, ну чего, еще попросишь денег? Все мертвы. Good. I'm glad I can count on you, at least. I think we're almost to the bottom of the barrel, but it's going to be everything I can do to find more miners. We've developed quite the reputation. Да уж, репутация, я думаю, что надо. I can do it. Just barely. Сколько? 5000. Да ты капец просто, ну. I know you could almost buy a house for that much, but like I said, we've got quite the reputation out here. And coin is the only counterweight for a bad reputation. Have you got the money? Как ни странно, да. Good, good. This time I'll spring for some more experienced muscle. That should do the trick. Ну, хорошо. Так, давайте спать. Спать да есть, что нам остается. Будем ждать. Подождем где-то деньков 5, и все пройдет. Я надеюсь, конечно, потому что я думал, что в этот раз мы придем и уже все закончим. Но, как видим, блин, ну просто какой-то капуша. Не знаю, на 3000 септимов можно было нанять армию. А у нее там 3-4 человека. Капец. Че, пока ничего? Понятно, тогда я на твоей кровати посплю. А ты где-нибудь на земле там. Хоть маленько спешить, я думаю, начнешь. Месяц. Рука дождя. Ой. Что это было? Рука дождя, это, по-моему, типа сентября что-то. Теперь, наверное, все. This can be a slow business. Digging takes time. Come around. Понятно. Подождем еще. Не спешит явно, да? Интересно, ко мне курьер прибежит прямо сюда? То есть пошлет курьера на метр, чтобы послать невесточку. Да, я думаю, просто никакого курьера не будет. Так, ну что, как думаете, там будет что-то хорошее? Еще, я думаю, там нагрудный какой-то будет доспех и шлем.
Хотя, возможно, и нет. Да. Дела идут, как я посмотрю, как не проснусь, постоянно кто-нибудь сидит, просто ничего не делает. Бардак. Всех уволить. 26 число. Прошло 3 дня. Я думаю, он не рад, что мы тут остались. Что-то даже не шевелится. Нет? Дождь, отойди. Да блин, ай, уйди ты, ну что ты встал тут? Сира. Понятно. Доша просто заградил выход, если что, придется его безжалостной силой выкидывать куда-нибудь за горизонт, чтобы выйти. А что поделать? Сейчас у нас уже 27-е будет. Я пытаюсь вспомнить, что у нас еще тут осталось. Да ничего. Все. Да этот квест, по сути, он не скажет, что... Я думаю, что что-то даст. Дош, уйди, пожалуйста, ну. Подожди. Мне от тебя кое-что нужно. Иди, жди там. Ара. Отошел наконец-то. Ой, какой кошмар. Это сколько нам еще ждать придется? Может, мне уйти отсюда надо? Да навряд ли. Хотя вполне возможно. Может, какой-то скрипт не срабатывает или еще что. Что, полегчало? Что, по-прежнему пашете? Хорошо, еще пару деньков, потом у меня появится подозрение, что я делаю что-то не так. Двадцать девятый уже, офигеть. Скоро же новый месяц будет. Небольшой у нас отдых такой, каникулы в местном лагере палаточном. Очень увлекательно. Понятно, давайте последний раз. Что-то он не хотит просто ни в какую. Шло 30-е руки дождя. Поп-коп отдыхал на Солстейме. Ничего не происходило. Бардак, подумал Доша. Ладно, хоть музыка заиграла. Та самая. Нет, ничего. Так, ну что, давайте, я думаю, переместимся в Рейвенрок. Маленько поспим у себя дома. Я тебя повсюду. Ой, да ты издеваешься, я только ушел оттуда. Что передать? Лично в руки. Да как так вообще? Посмотрим. I've got another letter from Rallis, but this is the last thing I'm delivering for him. That place is just too much for me. Ну, вроде все. Ладно, мне пора.
Пока. Ты посмотри, кто прилетел. Не стоило сюда приходить. Хоть покатаемся. Давай, иди сюда. Летун. Голубь такой. Да не бойтесь, все нормально будет. Вот, иди сюда, родной. И молодца. Поехали. Вот и все, вы боялись. Блин, как классно. Жаль, что он летает только над Raven Rock. Особо ему не поуправляешь. Yes, well, давай куда-нибудь сюда. Ну? Вот, молодцы. Да черт с тобой, я тебя убить хотел. Потому что ты же все равно не успокоишься. Так, хорошо, посмотрим, что у вас там. Блин, он сейчас бесится и не даст мне поговорить. Еще моих людей поубивает. Тогда я его точно убью. Офигеть. Что произошло? Ты посмотри, они все мертвые. Капец. Ни одного живого. Я говорю, сейчас людей моих поубивает. Ага. Лорд Азидал требует больше крови, и я охотно ему даю ее. О как. У нанятых людей какие-то слабые души, так что иногда, чтобы достичь нужного эффекта, требуется несколько. Я больше не буду писать, нет нужды. Пришло время пробудить хозяина и привести его к судьбе, которой он достоин. Нормально. А мы ему все это время помогали. Нужно, говорит, больше людей. Ну да. Ой, да лети своей дорогой, ну. Все это время мы проводили жертвоприношение. Ничего, придется убивать. Это смешно, конечно. Совершенно неожиданно. Ну, посмотрим. Мне кажется, это очередной носитель этой маски. Как она там? Ну, поняли. Давайте. Я в настроении рубать сегодня. Не стрелять из лука. Так, ну где вы все? Здесь, на удивление, никого нет. Странно. Он стоит. Там, интересно, есть что-нибудь хорошее? Тут эти еще лежат. А нет, смотри, это шахтеры. О, капец, они все тут порубленные. Монетка. Сначала сюда сходим, осмотримся. Вдруг что новое. Здесь у нас паучки были. Блин, отойди, душ.
врубит. Да и вроде все, да? Так, хорошо. Смотри, прям донизу докопали. Вот и слово силы. Так, сначала мы вырубим вот этого вот архаровца. Иди сюда, родной. Сейчас мы тебе касатик мех наружу выпустим. Оп. Все, пойдем посмотрим, что там. Удар, циклон. Я, кстати, им так и не пользовался. Давайте попробуем. Крики. Где-то внизу тут было. А вот, да. Третье слово силы. Здесь ничего. Здесь вообще на дне ничего особо нет. Я правда слышу черную книгу. Это значит, что мы скоро посетим опять апокриф. Нормально. Порвало его просто, вы слышали, там хрустнуло все. Давай. Свидание. Ой, я не то хотел взять. Ну ладно. Так, тут мы были тоже. Нет, я вообще не понял, ты что делаешь-то, палач? Мне показалось или... Или Доши край? Да нет, отдыхает, слава богу. Так, ну-ка, ребятки, в кучу. Иди сюда. Все. Сломала. Блин, прикольная штука, мне нравится. Ну тут опять жертвоприношение. Что дальше? Вот это вот как открыть? Непонятно. Там лежит какое-то колечко, что ли, я не пойму. Никакой подсказки просто, как это все сделать. Может, у тебя? Да нет. Да ладно, черт с ней. Тут мы были, да? А, подожди, я понял это место. Так, еще у нас появилась дорога в эту сторону. Че, господа, отдыхаем? Отдыхайте дальше. Не особо так прошло в этот раз. Окей, так, нас ждет очередная головоломка, которая откроет, похоже, эту штуковину. Да, это явно не лучший вариант был.
Понял. Так, ну ты тут и стоишь. А здесь орел. Еще один. Понятно. Все правильно же. Броня возвездия. Ну, давайте посмотрим. Дает шанс парализовать противника, наносящего удары ближнего боя. Ну, мне она сильно не нужна, честно говоря. Ну, просто давайте наденем ради прикола. Это для тяжелых воинов. А мне в ней будет неудобно. Так, ну я не понял, а как нам попасть туда вниз? Там внизу что-то явно хорошее. Открывается. А, вот, смотри, два орла. Окей. Сохраниться не помешает. База. Откуда они тут? А, вот, пропустил аж. О, это прикольно. Так, только у меня огненное дыхание. Где находится? Эу, иди сюда. Не попал дождь. Так, нормуль это... это для чего? А, все, понял. Это нам сюда что-то нужно вести. Так, подсказки. Подсказки у нас вон там наверху, нет? Нет, показалось. Так, ну, видимо, сейчас мы где-то тут увидим это дело. То, что, чей голос? Всю жизнь мечтал. Просто лучше не бывает. Так, хорошо. Как хотите. Доша, отступай. Да не за что. Вот сработал бы мир у нас, было бы вообще хорошо. Ты посмотри, кишки кругом. Так, я понял. Ломаю к чертовой матери. Дождь, чтоб не убей. Ну, слабоват, на самом деле, слабоват. Хорошо, теперь подлечимся. Вот так, пусть потихоньку набирается. Иди сюда, родная. И ты, да? А вот с тобой что делать, пока не совсем понятно. Мы сохранимся.
и пойдем разбираться. Да, выходить отсюда явно была не лучшая идея. Блин, ты посмотри, какой жесткий. Но в углу если зажать, то вполне нормально. Так, лечимся. Вот и все, родной. Теперь преимущество на моей стороне. До свидания. Так. Что ты там делаешь, шахтер? Смотри, он... А, нет, я подумал, бессмертный. Так, отлично. Вот и ты, да? Засранец. Так, хорошо. Всему свое время. Надо будет с него маску взять, с этого урода. А сейчас пока. Давай поговорим. Что происходит? I don't remember. Ever since I got here to Colbule, I've heard whispers, voices, thoughts, imaginings. They've only gotten louder since I've stayed. Pounding, driving. A couple of times I blacked out. It was just before the Draugr woke up. Так ты убил шахтеров? I don't know. Maybe. It's what he wanted. He just needed their energy. I don't know. I hope I didn't. But maybe I... Please, you have to believe me. Ну, извини, братан. За все иногда приходится отвечать. Сколько народу проубал, да? What? No, you can't... I have his will on my side. He will command all. Как видите, он был на самом деле неискренен. Да. Анимация опять умерла. Ты сдохни, что уже нет. Странно это все. Ну хорошо. Серебристый иней. Что он дает? Цель получает 15 единиц урона. Кто киркой-то будет драться? Елки-палки. Давайте возьмем ее. Так, теперь. Где у нас был этот лич? То есть было очевидно, да, что это не очень. Такой правдивый человек. И как только я захотел его убить, мои слова подтвердились. Азидал. Увеличивает сопротивляемость огню на 50%, увеличивает урон заклинаний на 25%. Возьмем. Сейчас тоже, конечно, смысла в этом нет, потому что мы заканчиваем, но награда достойная, на мой взгляд. Хорошо, здесь выход, и здесь мы, скорее всего, сейчас найдем очередную черную книгу. Слышите звуки эти? Противодействие магии, золото. Неплохая штука такая. Так, надо что-то скинуть. Вот это, пожалуй, скину. Так... Для кого-то это, наверное, бешеная ценность, но для меня просто мусор. Пусть лежит тут. Да, мы опять подходим к апокрифу.
Есть ли здесь что-то более крутое, чем это? Ух ты какой, да? Красивый. Так, ну и, собственно, последняя книга. Объемная серия такая получается. Нам еще из апокриф надо будет выйти. Но в целом все. По сути, не осталось уже ничего. Как народ говорит, кастовал магический свет и горе не знал. Да. Мне, конечно, посложнее. Сюда мы не попадаем. Может, мне с факелом побегать? Хотя тогда о нормальной драке можно забыть. Так, бритва Мирунуса и клинок горя, который нужно зарядить, потому что... Хотя, в принципе, нет, он еще нормальный. Спокойно, опять жжется все. Блин, да где ты? Да, неприятно у нас такое положение. Коридорчик не крутой. Давайте лечиться, что нам остается. Фух, так, а какие? Помогай. Пошли. У-у-у! Только не ты. Валим. Так и все, что ли? Я думал, будет побольше. Сволочи. Так, это может быть все. Я думаю, нам, кстати, пипец настал. Ну, я, конечно, не дамся так просто. Это на него не сильно сработало. Мирунус, детка, всегда помогает. Чтобы делать без бритвы Мирунуса в данных обстоятельствах, в данной ситуации, я думаю, просто умер бы. Секрет силы. Силовые атаки не расходуют запас сил в течение 30 секунд. Ну, ничего, так нормально. Это мне совершенно не нужно. Нет, вот это получше. Видели, да, как Мирунас спасает в критических ситуациях? Вот это его главное свойство и качество. Он на свое время и с Алдуином, помните, спас. Ну что, все, закончили мы со Скоримом. Если не выйдет каких-то еще глобальных дополнений, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь, то это, похоже, конец, последняя глава, даже, можно сказать, эпилог. Мы завершили вообще все, что могли. Теперь пришла пора идти домой. Ух ты. Пришла пора идти домой. И ложиться спать. Увидимся в Обливине. Обливин, я думаю, мы начнем проходить не сразу же, вот на следующий день после этой серии. А чуть-чуть мне нужно отдохнуть от таких глобальных RPG-шек. Так что, может, через неделю, может, чуть попозже. Но все равно, довольно скоро. Так что, в принципе... Но пока что серия The Elder Scrolls
покончено. Именно с Каримом Обливион будет чуть попозже. Но я думаю, все равно довольно скоро. То есть максимум неделю отдохнем от этой игры. Потому что Обливион, по сути, тот же самый Скарим. Только там, ну, конечно, различия есть такие основательные, но все равно очень похожи. Блин, вот это было путешествие. Подумать только, сколько у нас более 200 серий. Это же офигеть. Мы побывали практически везде, где только могли, но при этом мы очень много мест оставили без внимания, кстати говоря. Дракошечки летают все. Блин, просто в голове не укладывается. Это было, наверное, самое объемное путешествие по Elder Scrolls из тех, что я видел. Но оно подошло к концу. Че, будем подчинять его воле, нет? Или просто пойдем домой, потому что это, по сути, обычное явление в Скайриме. Прилетел дракон. Народ воюет, все довольны. Эпично выглядит, да? Народ воюет, а мы под такую музыку идем домой. Собственно, так и заканчивается The Elder Scrolls Skyrim. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Оно шло порядка 2 лет. Ну, не 2, конечно. С ноября 2011 года. То есть, год с лишним. За это время случилось очень много всего и хорошего, и плохого с этой серии. Мне лично не нравится, допустим, тенденция уходить в ММО, и The Elder Scrolls Online, я считаю, довольно печальным событием для серии, потому что очень многие интересные идеи все-таки уйдут в эту ММО-вселенную. Но, как бы там ни было, серия The Elder Scrolls всегда хорошо окупалась, и я верю, что она будет жить долгих лет ей жизни, потому что такого, в принципе, даже близко нет. Единственный ориентир — это готика, но там все-таки намного более камерно, намного более поверхностно все. Так что давайте на этом попрощаемся. Увидимся, как увидимся. Это было эпично. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.